чего начинается реформа? Реформа начинается с больших и с маленьких изменений. Что такое реформа? Реформа то, что вы почувствовали каждый шаг, что мы делаем. Что такое трансформация? Трансформация то, чтобы вы, господа полицейские, почувствовали гордость, профессионализм и Украину внутри себя. Мы уже сделали большие изменения. Но все начинается вот сегодня, вот сейчас. Мы должны это все почувствовать. Поздравляю вас в первую очередь с успешной переаттестацией. Лично хочу поблагодарить начальника Киевской области, начальника полиции Киевской области, потому что он реально чувствует изменения и реформ. Поздравляю, что вы заступаете сегодня, и вы правда будете служить вашему городу и украинскому народу. Спасибо вам. Для меня честь работать и служить вместе с вами. Слава Украине! Самое главное, что у нас есть стратегия, самое главное, что у нас есть воля, самое главное, что вот есть такие ребята, которые вот безболезненно, абсолютно без всякого такого, всякого как бы шумихи прошли переаттестацию, они как бы молча пришли с громадским сектором, с представителями, нашими представителями, и реально вот сейчас они уже стали настоящими полицейскими. Мы же горы свернем вместе с ними, понятно? Все правильно, все правильно. Постепенно, постепенно мы пойдем везде абсолютно. А мы запустили патрульную полицию, да, и нам люди спрашивали, что будет вот в маленьких городах, что будет в селах. Вот в маленьких городах и селах будет то, что группы быстрого реагирования, где сидят и участковые, и оперативные как бы сотрудники, да, вот эти группы быстрого реагирования будут ориентированы на село, на общество, на школу, на детей, чтобы вы почувствовали перемены.